Всем привет! Данное видео записываю для своих друзей, для канала Смерч.Инфо, которые попросили меня высказать свою позицию по поводу происходящих событий на Украине. Военная операция, начатая Российской Федерацией, не является войной. Данная операция направлена на то, чтобы война прекратилась. Война, которая началась в 2014 году, а не 24 февраля нынешнего года. Украинское правительство, которое на протяжении 8 лет обстреливает своих мирных жителей, обстреливает Луганскую, Донецкую Народные Республики только за то, что они не согласились жить под их руководством. Правительство, которое кошмарит свое население. Правительство, которое находится под влиянием националистически настроенных граждан, он не имеет права на существование. Его нужно менять. Это необходимо для сохранения суверенитета России. Это необходимо для сохранения суверенитета Украины. Это общие интересы. И не надо истерить. Не надо кричать, что вот мы оккупанты. Мы не оккупанты России. Не оккупант. Она пришла защищать. И она защищает. Это моя позиция. Позиция русского человека, которому не стыдно быть русским. Я, так же, как и вы все, жду, когда все это закончится. Закончится война, закончится стрельба, закончится убийство. Руководство Украины должно быть наказано за то, что оно творило в течение многих-многих лет. Для всех, кто кричит, что позор, позор, ребята, успокойтесь. Никакого позора. Позор был 8 лет, это терпеть. А сейчас позориться не надо. Давайте будем себя уважать, свою страну, своих соседей. Всем мира.